Ну вот, прошел год после моего последнего поздравления. Давайте подведем итоги. Какой он был? Ну, не сказать, чтобы он был особо уж замечательный. Ковид, кидок Путиным своего народа на социальную защиту и помощь, а также делишки его хулуев по распространению ковида дебильными административными решениями, очередные перестилки бордюров, проституирование конституции и оставление мерзкой плеши на вечное правление, остановка бизнеса и потеря любимых людей. Неудачный наезд арендодателей с Казанского вокзала, этих чечено-армянских упырей, и их неудачная попытка опрокинуть нас на деньги. Если интересно, пишите, расскажем. Затем принятие нелегкого решения о том, чтобы бросить эту истерзанную слугами народа страну, нервы при подаче документов, нервы при оставлении бизнеса, но многое заретушировалось при получении визы. Перед нами ясно обрисовалась возможность перезагрузки, оставления за собой огромного и никчемного куска жизни в большой стране с историческими сложившимися дебильными ублюдками у власти. Потом сборы, дорога, карантин, новая страна, находясь в которой, начинаешь понимать, как должно все работать. И возрастающее чувство симпатии, превращающееся в любовь к этой стране. А также понимание того, что если что-то здесь не получится, то лучше в Гондурас к пиратам, чем обратно к плешивому ублюдку. Хотя Вовку Путину тоже нужно поздравить с наступающим. Ибо благодаря этому мелкому и бездарному клоуну нам открылась замечательная страна Польша. Что тут? Мы тут уже 5 месяцев. Привыкаем к жизни, учим язык. Через месяц начинается обучение в полицейской школе. Новые друзья, новые знакомства, новые знания. Это прекрасно. Это развитие и отсутствие застоя мозга. Сильно печалит то, что из-за вируса у нас мало возможностей путешествовать по прекрасной Польше и Европе. Но надеемся, что в наступающем году будет решена эта огромная проблема. Ведь жизнь и наука не стоят на месте, и любая преграда со временем, как обычно, снимается. Так что все впереди. Впереди поездки по красивым местам, впереди общение с интересными людьми, впереди огромные открытия горизонтов, которых раньше в помине не было. Самое главное, что мы выбрались из болота и гораздо легче можем осуществить свои хотелки по путешествию. Конечно, мы будем делиться этим с вами. Будет много сюжетов про красивые места, про обычную жизнь необычных людей, обзоры, лайфхаки и другая полезная информация. Так что оставайтесь с нами. Итак, в этот день мы благодарим своих подписчиков, которые помогают нам своими комментариями, советами и подсказками. Уверен, что у вас, мои дорогие, будет больше все и больше. Мы не собираемся бросать канал и эти темы. Наоборот, мы постепенно наращиваем свой потенциал во всех отношениях. Понемногу обновляем технику, учим монтажную программу, составляем планы по посещению тех или иных мест интересных, ну и освещению каких-либо, по нашему мнению, и опять, что вы подскажете, интересных вопросов. Ну что, мои найдросшие, засим, поздравляем вас с наступающим Новым годом и желаем от всего сердца достижения своих целей в 2021 невисокосном году. Крепкого здоровья и всяческих материальных благ. Спасибо друзьям, которые сильно помогают нам с решением вопросов, возникших в наше отсутствие. Всем силы, мудрости, реализации любых, даже самых смелых желаний. Уверена, что оставшиеся там друзья примут правильное решение и убегут оттуда. А мы вас здесь всех ждем и знаем, что встретимся. Каждый год несет с собой массу событий, но уходящий 20-й был крайне пренасыщен для всех. Давайте будем расценивать его как очередное испытание и опыт. Этот этап закончен и календарь выброшен. Пусть в новом году все уляжется, каждый будет со своим рюкзаком антител. Давайте будем сильными и здоровыми, терпеливыми и целеустремленными, как символ следующего года. Новый год – праздник проводов всего старого, встречи нового и прекрасного.
на расставание со старыми иллюзиями и приобретение новых. Пусть этот праздник будет не датой в календаре, а состоянием души. Снова гирлянды, шампанское и мандарины. Главное, чтобы Новый год ассоциировался с новыми планами, идеями и начинаниями. Желаю, чтобы все, что вы загадаете, обязательно сбылось. С праздником вас! Мира, добра, любви, тепла, заботы, внимания, никаких ограничений, тревог, веры в лучшее будущее, оптимизма, правильных решений и уверенности в завтрашнем дне. С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! С новым счастьем!